Первое, спросим у жены. Второе, поищем в Google. Третье, спросим у старших. Леночка, три, правильно. 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 Нет, третье. Нет, два. Один, правильно. Итак, последний вопрос. Чаще всего ваш муж делает в доме. Чаще всего. Может, конечно, ничего не делает. Первое, моет посуду, второе, пылесосит, третье, протирает пыль. Ну, это пока, но такого варианта нет. Вот что должна надо сказать. Первое, моет посуду, второе, пылесосит, третье, протирает пыль. Только не в машине, в доме. Леночка? Первое, правильно. Нет, второе. Говорит, так у нас дома пылесоса нет. Хорошо, второе вот. Второе. Правильно. 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 Спасибо, друзья. У нас есть участие у себя в прошах. Пожалуйста, если вы можете сейчас поучаствовать. Я сейчас говорю, извините. Участие, теперь мы перемещаемся к вам. Хорошо? Да?
Есть притча, 17 главе стих, такой интересный.
9 стих. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот ударяет другим. Расскажу одну ситуацию из жизни. Это был где-то 3 класс, мы с Яшей учились в этой школе, Яша знает эту ситуацию, я тоже ее помню. Мы возвращались до школы, и я был, ну, может быть, непослушным где-то, балл, чуть-чуть активным мальчиком. Да, я же вспоминаю. Мы шли домой, и как-то я помню, мимо нас пришел грузовик с Кока-Колой, огромный такой. И я прицепился, да, не прокатился, мне буквально метров 100, водитель заметил это, остановился. Я бегал в маску, убежал и спрятался. А я же смелый, отважный, принял на себя весь этот удар и прикрыл этот поступок. Вот, и я хочу сказать вот Юле тоже, что ты за надежной охраной, опорой, Яша, это тот человек, тот друг, который будет прикрывать, то есть ты можешь на него положиться. Спасибо. И напоследок мы думали, что подарить, думали много, и в конце решили сделать такой подарок, который будет и вам напоминание, и нам. У вас много фотографий, на некоторых поставили. И вот в эту рамку вы можете вставить фотографии тех людей, которые вам близки или ценны, чтобы они были напоминанием, когда вы будете смотреть эту рамку, вспоминать нас, это событие, этот день. Вот, это такой подарок. Сейчас мы переходим, друзья, к завершающей части нашего бракосочетания. Я бы хотел сказать, что, скорее всего, что в таком составе мы собираемся, наверное, последний раз, потому что в нашей семье это последний брак, и наши дети, скорее всего, они будут жениться, может быть, уже в разных странах, потому что мы живем в Америке. Не секрет, что Яша делает документы, если он выйдет тоже туда, Аня там. И поэтому дети наши могут уже не будут собирать этот состав. Тем более, друзья наших детей и первого поколения тоже разные составы. И я очень рад, от себя скажу, от Яши, от нашей семьи, ну, такие воспоминания теплые о наших родственников. Мы жили на артиллеристов, вот когда мы даже в детстве узнали, что у нас есть, как говорится, круг почета. Я сейчас с Америки приехал, первым делом на семье. Ну все, круг почета, пошли. Правда, в этот раз в детстве почти каждая его дверь были открыты, кто-то был дома, сейчас мы почти никого не застали. Но мы так проходили по артиллеристам, шли мимо Дубкина там, и потом мимо Валки и заходим. Там наша дедушка-бабушка, бабы новые, девите судья Люда, и всегда детвора нас же много. Мы всегда растем, кушать хотим. Задержим ворожки с дедушкой, дедовите судья Люда, каждый по пирожочку, по конфетке подкрепились. Дальше, брынзам. Спасибо, дядя Витя, тетя Люба. Очень приятно вообще, что вы с нами здесь. Когда я узнал, что вы готовите и будете на свадьбе, было приятно. Потому что этот пятачок, никогда мы мимо тоже не проходили. Было все приятно забежать, где-то что-то надо, там, дядя Витя, увидеть, поздороваться, в магазин начали я, своим помню, брынзы рядом. Всегда заходили в этот пятачок. Дальше, дядя Вася. Спасибо. Тяжело говорить. Это воспоминание действительно очень приятное. Но вклад в наше родство, которое такое сильное, крепкое, очень приятно. Всегда к тете Ване придешь, всегда что-то теплое дает, накормит. Дядя Вася всегда своей жертвенностью поддерживал, советовал, может, нагоняет где-то, работу дает.
создать, даже своей строгости во всем, мы чувствовали его любовь к нам, к племянникам, это всегда было на карломальце, на раз и заканчивали, и потом домой. И это были все. Я не знаю, за это, может, у нас вышел самый умный, он у нас тут может не заходил, ну что, что он Боже, что Яша, дайте чехлибок черты. Знаете, мы один раз зашли, бабушка, это до сих пор помню, бабушка там жила в подвале. Мы приходим туда, я маленький, и сидим, общаемся, родители, и ничего ж не дают поесть. И говорит, ну все, пошли домой. Я такой говорю, как все там сидящие, ну дайте чехлибок черты. Любитель, что-то дали покушать. Знаете, до сих пор в своей семье я старый любитель, чтобы у нас было дома что покушать. Просто зашли, надо покормить. Почему-то вот так отношение к еде, наверное, что любили это покушать. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня с нами, за то, что мы могли разделить радость эту вместе с Яшкой, с Юлей, потому что Яша, я думаю, ты присоединяешься к этим словам, да? Ценность нашего родства, наших родственников всем. Спасибо вам, что вы есть. И самая большая благодарность это нашим родителям, конечно, с двух сторон. Сейчас я позову сюда и папу, и маму, и Юлиных, и наших мамочек с папой. Пожалуйста, проходите сюда. И дальше Яша где-то на микрофон. Все, всех выбрали. Тебе только на рамку, хоть и смотреть.
я в споре с Паном. Анину фотографию поставьте. Яшенька, ну вы к нам давайте. Это уже традиция завершающая. Счастья на твоем гнезде будет мать.
І ми потім довго називали його юним поджигателем.
І от коли вже там подійшли, він прийшов і так притулився і каже, ну я ж вроді простила, каже, він каже, положіть на голову руку. І от так якось воно дійсно, ну, оце прощення виражалося тому, що мама, положіть на голову руку, як є. В общем, я ж не ти, і не ж уже на самостоятельну жизнь. Прости всім, хто нуждали. От, то я тебе не так м'якше може. От, ну, так, люблю тебе, люблю. Цю дівчину не. Ви такі побочні, так ще я дивляюсь, де вона взялась. Юлічка в нас номер два. Що ми радо приймаємо всі її, сім'ю свою. Приходьте сюди в гості, любимо вас. Те, що сьогодні так смішно, гарно, чудово, це дякуючи Богу, твоїм братам і сестрам. Це любов на діти до самого маленького. Вони тебе люблять, не забувайте їх. Приїжджайте в гості і до них до нас. Приїжджайте частіше до хати. Приїжджайте частіше додому, щоб не мусила совість по тому. Ви не вічні ні батько, ні матки. Приїжджайте до чаще до хати. Бажаю вам любити Бога, любити Біблію, любити Бога. Нехай Бог вам Господи. Ми дякуємо друзям, братам, сестрам, які прийшли. Давайте я помолюся, нам нуждаємо подяку Богу. Боже наш, Батько Небесний, щиро дякую тобі за це чудове благословіння. Останні 22 роки ти благословляв вас. І сьогодні останній день. Все благословіння. Але воно не закінчиться. Тільки на ящі. Воно просто перед людичками. Ми дякуємо тобі, що ти те, що життя виконуєш повсякденно і до цього часу. Дякую. Всі, хто приймав участь, хто прийшов, хто молився, хто підтримував. За добрі поради, за поруч. Нехай тобі заставлю вдома. Побласив кожного, хто був, і наших дітей, і внуків, і всіх друзів, братів і сестрів, за цю церкву, яка була розположена дати це приміщення, що так гарно, приємно, побласив їх. Тобі хвала, навіки вічна, Богу нашому Отцю, Сину, Духу Святому. Амінь. Амінь. Щиро. Вони
Спасибо.